Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 10 июля 2019 года, Харьков, Харьковская область. Я стою напротив древовидных гортензий. У нас прошел сильный ливень и периодически всю неделю будут дожди. И вот что случилось. У нас буквально 2 дня назад налетел ураган, сильный ветер. Вот так вот положились древовидные гортензии. Это стронг-анабель. Она стоит, выдержала. Мы ее подвязали. Вот вторая анабель. Вот, были надломаны соцветия. Но я ничего сламывать, ничего обрезать не собираюсь. Потому что если я это все обрежу, у меня опять пойдет рост. И мой куст может не вызреть к осени. Вот так вот наклонилась спинка анабель. Какие нежные шапочки. Но не поломалась. Может быть, и есть какие-то некоторые сломы. Сегодня я хочу удобрять гортензии древовидные. Еще одна анабель. Тоже очень наклонилась. Мы еще успели пофотографироваться. И вот такая беда со свит анабель. В этом году у нее не очень крупные побеги получились. И они тоненькие. Вот они лягли. Вот так они лягли. А одно соцветие совсем вот так надломилось. Это все связано с тем, что был западный ветер, и вот их сильно тут разносило в разные стороны. Это у меня лайм анабель. Вот там он сзади еще зацветает. Он тоже достаточно высокий, вот его ветки, побеги, да, стоят. И ничего им не произошло. Ну, устойчивый такой от ветра. Здесь у меня спинка анабель тоже уже спряталась и опустились побеги. И хейстарбордс. Хейстарбордс в этом году не очень хороший получается. На него насекомые сильно нападают. Легкое увядание. Может быть, хосты забирают влагу. Но еще посмотрю. Хорошо, здесь надо заливать. Хотя и закуточек, такой уголочек. Мы нашли для нее вроде бы ничего так хорошо, но вот так вот себя ведет. И вот такая картина. Хоть у меня вот там сзади вот эта вот ширма стоит, она спасает только от восточного ветра. А в этом году в июле начал уже дуть западный ветер. И вот западный ветер через забор и вот так вот закручивает здесь. Все, всем спасибо, всем пока, встретимся в новых видео. Пока-пока.